В воскресенье вечером прошел первый четвертьфинальный матч Кубка России. Московская «Динамо» принимала у себя в гостях, пожалуй, самого сильного соперника действующего чемпиона России УГМК. В этом сезоне команды уже встречались в рамках розыгрыша премьер-лиги. Тогда гости из Екатеринбурга разгромили москвичек со счетом 49-89. Приятным сюрпризом для бело-голубых стало отсутствие на площадке в составе «Лисиц» центровой Марии Степановой, которая в предыдущей встрече стала самым результативным игроком в команде УГМК. Первая четверть началась с активного натиска со стороны гостей из Екатеринбурга. Счет в матче открыла Кэпи Пандекстер. Первая десятиминутка для москвичек сказалась очень тяжелой. Центровые УГМК с легкостью обыгрывали хозяек под кольцом. Сандрин Гурда за первый отрезок набрала 8 очков. И это на одно очко меньше, чем вся команда «Динамо». Как результат, 9-24 после первой десятиминутки. Во второй четверти «Динамо» принялись активно атаковать с дальних дистанций. Но, к сожалению, домашние кольца отказывались принимать броски из-за дуги. Что же касается защиты, то против столь сильных и высоких игроков УГМК бело-голубые попытались изменить положение дел использованием зоны. Несмотря на две трешки в исполнении Дианы Нолан и Кристен Лэнгхор, такая защита дала соответствующий результат. Во втором отрезке матча хозяйки выглядели увереннее. Вторая четверть вот особенно показала, что мы играли наравне, поэтому уже так для себя понимаешь, что как бы если будешь так же продолжать играть, то не знаю, какой будет исход матча, поэтому нужно играть лучше. После большого перерыва «Динамо» продолжили игру в том же ключе. Броски с дальних дистанций плюс зона в защите приводят к разнице в минус 13 очков. При счете 30-44 Гундер Светер вынужден был взять тайм-аут. В заключительной 10-минутке «Динамовки» показали, что, несмотря на звездный состав соперниц, бороться они настроены до конца. Бремя лидерства взяла на себя Марина Кузина, забив подряд 7 очков и ставшая в этом матче самым результативным игроком. На ее счету 20 очков и 6 подборов. Но все-таки победить «Динамо» так называемой сборной мира не получилось. 53-74 – более чем уверенная победа УГМК. Ну, мы понимали, что нужно этот матч обязательно выиграть, потому что это кубковая игра, и как бы здесь играется на победу, да, на разницу мячей, вот поэтому однозначно мы готовились только на победу. Вот, мы провели Евролигу, как бы, скажем так, у нас не было достаточно времени, чтобы вот сказать, что вот мы вышли легкими, свежими, вот, то есть у нас, в принципе, сейчас идет такой тяжелый режим, одна игра в 3 дня, вот, поэтому, ну, может быть, мы не столько много выиграли, но, в принципе, достаточно хороший баскетбол показали. Несмотря на 2 поражения подряд, «Динамовки» считают, что лучшие матчи для них еще впереди. Мяч круглый. Сегодня может быть такая победа, а завтра может быть и УГМК побежден, тем же самым «Динамо». Поэтому я думаю, что все в этом мире возможно. Главное, чтобы было стремление. Другие 3 результата 1/4 финала. Надежда Оренбург в Ногинске выигрывает со счетом 85-58, сняв все вопросы о выходе в следующую стадию. Приятный поединок «Спарта-НКИ» провела на той же «Динамовской» площадке против «Спартака-ШВСМ». 66-74. «Спартак» в концовке едва не догнал «Видное».